Как ухаживать за кожей с расширенными порами? Увы, совсем избавиться от них не получится, но можно предотвратить их дальнейшее растяжение, а также возникновение комедонов. Помимо ежедневного умывания с очищающим средством, добавьте в уход энзимы. Они разжижают кожное сало в порах, очищая их. А после энзимной маски используйте просуживающую маску Sebo Balance. Регулярное применение АХА-кислот в виде умывалки или тоника помогает отшелушить мертвые клетки с поверхности кожи, которые также могут закупоривать поры. Тоник для жирной и проблемной кожи и матирующий тоник Sebo Balance способствуют сужению пор. Матирующий флюид и сыворотка стоп-акне регулируют активность сальных желез, устраняя избыток кожного сала. Но если вы хотите составить из этого эффективный уход, приходите в центры диагностики кожи Гильтек, где косметолог поможет вам сделать поры менее заметными и закрыть другие потребности кожи.